А, вот тоже интересный вопрос, чего, ну, в общем, тут вопрос, чего не хватает в белой интуиции виктимов из других квадр, но я его переформулирую, как воспринимаются виктимы из соседней квадры. То есть для Тимура из гаммы, для Владимира из беты. Ты видел Есенина когда-нибудь? Живьем. Да, один раз, ну, я не знаю. Со спины. Я не знаю, но Алису перетипировали, нет? Нет, пока вроде. А, ну, значит, видел. Ага. Ну, интуиты из гаммы. Зависит от конкретного интуита. Если там не слишком кондовые гаммийские суперценности, вот, то, в общем-то, нормально. Зависит, ну, от личности очень сильно зависит. И тут как бы я не воспринимаю человека, что, ох, блин, какая у него вкусная интуиция. Вот, то есть я беру человека, вот, из него вычленяю вот эту интуицию и смотрю только на нее. То есть тут такого нет, скорее человек целостно воспринимается. Вот он как-то заходит, либо как-то не заходит, и все вот это вот. Есть очень клевые и забавные, прикольные ребята белые интуиты из гамма-квадры, с которыми можно поржать и пообщаться нормально. Вот, главное... чтобы был хороший резонанс, на личностном уровне хорошо все совпадало. И я даже не вычленяю как-то вот... Просто им хорошо заходят черносенсорные шутки. Вот это самое комбо. То, что действительно вызывает резонанс, и ты прям чувствуешь, что это объединяет на одном из уровней вот с этим человеком. Вот и все. С... Да, ну про гамму ты тогда, про этих вот. Ну, скажем так, я интуитов из бета видел, получается, двоих. Тоже неплохо. Да. То есть, ну, в общем-то, с Есениным я не общался, в принципе, то есть, как бы, видел, но не общался. Uh-huh. Вот, то есть, с Катериной я замечательно общаюсь, вот, то есть, да. Брат за брата за основу взят. Поэтому, да, поэтому, скажем так, тот самый единственный абстрактный, конкретный интуит из бета, которого я знаю, замечательный. То есть, да. Мне льстит, потому что в эфире и все-таки на камеру. Да-да-да. Ну, потому что этики, они же должны все быть собой. Да-да-да. Они должны там чики-чики и все такое. Вот. Поэтому сложный вопрос и... Ну, давай... интересный. Да, но интересный. Мне, конечно, ближе Джеки, потому что они рационалы. С Бальзаками как-то чуть сложнее это все